Михайловский сад превратился в огромную интерактивную площадку. В северной столице в 9-й раз проходит фестиваль-конкурс «Императорские сады России». Старинный дуб, почти ровесник города, изрядно повидавший на своем веку, стал центром лукоморья. Вокруг невиданные зверушки, витязь на коне и русалка на ветвях – все как у поэта. Такими героев произведения Пушкина увидели воспитанники и педагоги творческой лаборатории Русского музея и сотрудники музея кошки. В этом году тема конкурса ландшафтного искусства посвящена цветам жизни, то есть детям. Это как сады детства, как сады для детей, как сады сделаны самими детьми, так и то, что мы выносим из нашей памяти и какие-то ассоциативные истории. Все вместе сложилось в очень красивую, интересную, зрелищную историю, многоаспектную, очень разнообразную и, самое главное, очень яркую. В рядах жюри в этом году не только взрослые, но и дети. Судьи учитывают качество исполнения работ и оригинальность концепции. Всего в конкурсе участвуют 50 проектов из разных стран мира.